Привет! Начинаем эту неделю с новинок. Бренд Blackview объявил о начале продаж смартфона со сгибаемым экраном Blackview Hero 10. Устройство уже доступно для заказа на маркетплейсе AliExpress, и цена вас приятно удивит. Но давайте обо всем по порядку. Подписывайтесь на канал. Поехали! Все основные технические характеристики вы видите на своем экране. Складной смартфон Blackview Hero 10 имеет элегантный дизайн и мощные технические характеристики. Смартфон в раскрытом виде оснащен 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2560 на 1080 пикселей, что обеспечивает отличное качество изображения. Внешняя сторона смартфона оснащена 1,19-дюймовым OLED-экраном с разрешением 390 на 390 пикселей. Это стандарт. Процессор MediaTek Helio G99 и 12 ГБ оперативной памяти отвечают за плавную и быструю работу гаджета. Новинка работает на операционной системе DocOS 4.0 на базе Android. Все работает, как всегда, у Blackview довольно плавно. Все это обеспечивает удобный и простой интерфейс для пользователей. Смартфон отличается компактными размерами, ведь это раскладушка. Его габариты вы видите на своем экране, а вес 198 грамм. За фото и видеосъемку отвечает основная камера на 108 мегапикселей. Ее дополняет сверхширокоугольный объектив на 8 мегапикселей. Фронтальная камера имеет разрешение 32 мегапикселя. Аккумулятор емкостью в 4000 мАч поддерживает 45-ваттную быструю зарядку. Смартфон выпускается в фиолетовом и черных цветах. А теперь про самое интересное, про цену. С учетом всех скидок она стартует от 35 800 рублей, если в рублях, конечно, за версию с 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Это топовая цена на старте, про сроки ее читайте в описании к ролику. Там же оставил и ссылку на новинку. Первым покупателям дополнительно еще подарят часы, что тоже очень круто. Напишите в комментариях, как вам новинка, как относитесь к компании Blackview и как смотрите на то, что и она выпустила складной смартфон. Спасибо за лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу в Telegram, где я публикую выгодные цены с AliExpress, Яндекс.Маркета и Мегамаркета. Впереди будет много интересных новостей и обзоров. Пока-пока.